У этих людей может проявиться потребность блистать, быть центром внимания. Бывает, что это люди слишком мягкие и могут спокойно относиться к критике. Нередко эти люди оказываются в центре внимания, щедро пользуются своим положением для извлечения выгоды. Эти люди довольно открыты, но в то же время бывают переменчивы. Имя с буквой «Т» делает человека завистливым и злопамятным. Эти люди не терпят конкуренции. Однако уступчивость зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. Люди с буквой «Т» в имени отличаются страстью и пламенной натурой. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Дружелюбные, носители оригинальных идей, которые на первый взгляд могут показаться сумбурными, но часто они содержат ценное зерно истины. Люди с таким именем привлекают внимание своими творческими дарованиями, их личное обаяние открывает перед ними все двери, закрытые для остальных. Люди с этим именем симпатичные, веселые и обаятельные. Они всеми любимы, очаровывают всех своими личностным обаянием. Также они наделены легкостью выражения чувств, блестящего ума и дара убеждения. Для человека с буквой О в имени характерна богатая интуиция, которая помогает выявить уготованную им цель. Если по каким-то причинам решение жизненной проблемы заходит в тупик, то такие люди становятся неуравновешенными, нервозными. Не обещайте человеку с гласной И в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Данное имя имеет в удовлетворительной мере отсутствие ясно намеченной цели. В основном владельцы этого имени имеют ярко выраженное кокетство и легкомыслие. Буква Н в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Обладатели буквы Н в этом имени отличаются стойким характером и умом, обладают богатым воображением и высокой интуицией. Страсти к разнообразию, особенно в мелочах, может проявиться мотив его жизни. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.